Здравствуйте. Официально Фред в «Шахтере». Сегодня была поставлена точка в переговорах о переходе 20-летнего бразильского полузащитника в донецкий клуб. Трансферная стоимость футболиста составила 15 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет. Напомним, за бразильский «Интернациональ» Фред провел 5 матчей, в которых отличился одним голом. Я много знаю о «Шахтере». Это большой клуб. Выступая в бразильском чемпионате, я следил за европейским футболом. Счастлив оказаться в Донецке и подписать контракт с «Шахтером». Я уже успел пообщаться со своими лучшими друзьями – Тайсоном, Луисом Адриано и Дугласом Костой. Уже успел побывать на базе «Кирша». Могу сказать, что вся инфраструктура «Шахтера» – нечто потрясающее. И приняли меня в Донецке очень тепло.